Подними меня сейчас, давай. Я сейчас пацан. Сразу тебя залечили. Меня не добивает, ахи. Да, отошел, походу. Ислам Прабенов всем салам алейкум передавал. Я с ним по телефону салам разговаривал. Салам. Не, так что это. Так что не обессудьте, пацаны. Я не играл без наушников, просто сидел разговаривал. Добивали его. Он кшедлах моя сой. Только что кричал? Да, свои нас наших добивают, моих тиммейтов. Чё там? Икса. Кто это? Ну убивай их, что ли? Хиза, это ты, что ли? Салам алейкум. Ва алейкум салам. Ты кто? Лахма, помнишь меня, тогда с тобой в стриму попал? Стрим снайпер. Курбан зовут. Не помню. Бля, на Мирамаре в Лос-Леонсе. Еще под... Я вас убили, я хотел отомстить, короче. Не знаю, это ты, что ли? Да, это я вот с Кайгала. Нормально все. Ты как? Ахамдуля, хорошо. Знаю, короче. Ты меня убил, зачем тебе это ласма? Как понять, зачем? Ты что, с моей команды же, чтобы я тебя не убил? Мы сюда заходим, убивать же, а не это, не вместе бегать. Здесь война, братишка. И тебе лучше со мной рядом не бегать, чтобы мне на тебя репорт. Чтобы за тебя репорт я не получил. Вас что, здесь несколько, что ли? Вы зачем мою команду убили? Это не я убил, а вообще никого не убил. А кто убил? Кто-то другой. Со мной еще один. А зачем он их убил? Я не знаю. Тихо. Не бегай со мной, нам за тебя репорт дадут мне. Почему? Потому что мы с тобой не с одной командой вместе бегаем. Как почему?
Валюк от души уцы. От души, пацаны, от души. Так, так, так! Тух-тух-тухович! Я сейчас их убью уже, вы не против же, да, это, Тимур? Да доиграй, там 50 человек осталось. Да не, доиграй, чё? Я просто убью их хотя бы. Я просто реально по телефону разговаривался, слава. И он вам всем салам алейкум тут передавался, я забыл сказать. Алейкум салам, салам. Это то, что я их так как-то что-то убил, это никак не имеет никакого значения. Я с вами должен буду по-любому уже прыгать. Мы не ждем, мы нападаем, Тимур, нет? Хорошо, хорошо. Эй, блядь! Ой, бля, это они чё, брата ещё с старого потянули, бля? На них стоит, да это чё за, блядь? Это чё за зелебобики эти игру? Это у них серьезные планы были на эту игру, нет? Когда их нет, старший брат оттуда из-под угла так выглянул, чё здесь-то? Я шалел, бля. Натуре этот лобстер вылез оттуда, нет? Вот он, бля. Эти двое-то понятно, он на туре здесь что-то сидел, бля, курил, что-то делал, бля. Отцо такой выглядывает, нормально все. И это такой сидит. Нет, он сейчас зайдет и убьет нас. Такие натуре конченые, да. Лисинки был? Какой? Вот этот, там перед тобой на машине. Вот сейчас ты, балкон, ты только что его сейчас видел? Вот только что я видел, вот, да, вот здесь право. Вот здесь где-то? Не-не, слева, слева, вот левого окна, который вот. Нет, вот, это? Вот это? Вай, блядь. Их, оказывается, еще несколько там. Я знаю, как он ты. Эй, бахач! А вот что ты маросишь, бля, скажи, да? Это стрим-снайпер, что ли? Еще ему кто-то подсказывает, бежит, бежит. Я хотя бы бегу, бегу, а не сижу, не сижу. Бахач! Давай! Что ты слышишься, бля? Прочитал. Бля. Прочитал, не? Ну. Как бывает же, вот так открытая книжка, он сидит, наушники, конечно, у Лахмы на опыте, он здесь сидит, думает, я не услышал, перепрыгнул сюда, Лахма уже оттуда, все зная, отсюда, зная, кто он, что он из себя представляет, бежит сюда, понимает, что он на балконе уже, забегает вот так, типа, дурочка, да, типа, я не знаю, что там, и сюда прицел ходит, и он такой уже на туре, на крючке, сюрприз, мазафака, не? Так же все было, Рамазик. Если заметили на видео раскачивать, он в шортиках на эрвуце, что я с ним сделал? Прочитан, Тимур, прочитан. Железно-бетонно, отсюда на УАЗике за дропом поеду, у меня еще один есть.
Молодой пацан, что ли, после того, что здесь произошло, без броника передвигаться, нет? Конечно. Уже все склады обо мне знают, наверное, читали, что здесь как происходит. Кто шериф этого города? Сейчас подъедет мой этот броненосец. Я надеюсь, он никуда на хату не упадет, я его наглую очень вызвал. Вызвали уже дроп, окей. Не, дроп пускай они вызывают, я же сейчас на машине еду туда. А, ты вообще имеешь в виду? Ну да. Да. Неужели она его на хаты скидывает, ма? Да не, не. Лахма, лахма, я тебе говорю, гигабайт Аурус зажал город и отсюда на броне дает, нет? Нет, Рамаза. А, конечно. Вот на метку езжай, заруби, да, там бузок забери. Пожи. Что с тобой? Пока-пока.